привет! С вами дядя Володя Страшный, и сегодняшняя тема наших процедур с этим ижом Юпитером 5 это подключение, подцепление, переделывание коляски. В общем, он должен быть с коляской. Коляска в саду. И тут такая тема. Сами знаете, вот иногда что-то какая-то проблема у вас есть там по жизни. Раз. Ну, большая, маленькая там. Ну, даже какой-то там ключик какой-то потеряли, затерялся он у вас. И вы там его ищете неделю, месяц, может быть меньше. Ну, не можете найти. И вот как бы она сидит это в голове. Таким вот осиновым колом. Сидит оно в голове у вас. Постоянно думки об этом. Вот помните, когда я тут его мыл и показывал видео, как я его там мыл, отмывал. Накладки эти были сняты, и вот здесь вот стоят закладные. Ну, чтобы вкручивать вот эти вот винты. Ну, сейчас покажу. Ну, вот эти вот закладные, вот так, вставлены вот в эти скобочки. Такие гайки. В общем, квадратные куски металла. И с отверстием, ну, наверное, М5 или М4. Ну, вот под эти вот винты. И вот, значит... Произошла у меня такая ситуация. Вот так это все было. Вот так вот это все было. Сейчас покажу, как это было. Вроде магнитная отвертка, а не магнитится. Сейчас возьму проволочку. Ну вот одна из этих гаечек. Сейчас покажу вам. Это вот уже самодельная. Взята с какого-то там контакт электроприбора. А, она не магнитилась к отвертке по причине того, что она какая-то бронзовая. Ну вот я ее вставил, такую самодельную. В общем, когда я мыл керхером, их тут 4 штуки, по 2 с каждой стороны, я не обратил на это внимания, и, значит, напором воды я их выбил оттуда. И они как бы вот просто так вот тупо-тупо выскочили и куда-то потерялись. Осталась всего лишь одна. Я кинулся накладки ставить, прикручивать. А там всего одна закладная, 3 нету. Начал искать. В первый день сразу же нашел одну. На второй день, или там к вечеру, нашел еще одну. То есть одной не хватало, вот я вырезал. Вырезал. Ну и вот вся эта тема, к чему сказано, как я начинал видео и говорил вам, что бывает сидит в голове, думаешь, ну как же так вот, лоханулся вот так вот, как бы ее найти. Ну вот прошла неделя, я ходил здесь с магнитом, вот здесь вот везде водил магнитом, водил. Алло. Это для тех, кто говорит, что моя собака не лает. На кабанчика, знаете, как лает? А то тут есть такие люди, которые думают, что ты не лаешь и не разговариваешь вообще. Скажи, я не дурак попусту гавкать. Я ж не собака дурная, не шавка какая-то там подзаборная. Трындеть попусту не будешь, да, Буль? Ну так ладно, вернемся мы. Телефон звонил, я убегал. Иван звонил. Иван едет планетку на учет ставить. Давайте пожелаем ему вот в этом деле больших успехов, чтобы он сегодня планету свою на учет поставил. Ну и вот эти штуки я одну нашел, вот здесь валялась, вторая вот здесь валялась. Нашел их так вот визуально, без магнита. И вот которой одной у меня не хватало, я тут ходил, я магнитом вот здесь вот все прошел, все. Вот здесь сбоку вот все перерыл, вот вплоть до туда.
ходил. И сегодня вот с этой же мыслью все. Я всегда здесь прохожу, очень часто. Ну, в туалет хожу на улицу. И иду такой, иду. И все время я смотрю и об этом думаю. Это же мысль, она как кол осиновый в голове. Опа, чик, ребята, вот она лежит. Четвертая, недостающая, родная. Теперь вот эту бронзовую, которую я делал, мы ее, а эту поставим родную. Вот видите, мне сегодня повезло прям с утра. Я думаю, вот мое везение передастся Ивану. У Ивана все получится с планеткой, поставит ее на учет. Все будет пуки-пуки. Планета пятая. На литосах у него, у Ивана. Я как-то делал, в гостях у Ивана был. Там видос есть. Такая охеренная. С БСЗ. Ох. И буду рад, что у него все получится. И приедет он ко мне на ней в гости. И мы это дело отметим. Пряниками, кофе, чаем. И просто радостью своей. Ну, в общем, сейчас я все буду ставить уже Original Spa. А это вот упало туда, и пусть она там лежит. Всем спасибо, всем пока.